сегодня с Анюткой мы проходили обследование, и я не могла не зайти в родоблок, где пару месяцев назад, буквально даже меньше, я ее родила. Хочу вам сейчас показать. Вот так выглядит подъезд, куда поступают роженицы будущие. И сейчас я вам сделаю маленькую-маленькую экскурсию в родблок. Так, вот посмотрите, это родблок, типовой родблок, который находится в MD Group. И посмотрите, как здесь все уютно и красиво. Смотрите, хотите, можете родить в ванной, в воду. Хотите, можете родить в воздух, не знаю. Вот такая кроватка. Это для малыша. Здесь может сидеть муж, пожалуйста. К любому вашему пожеланию обязательно прислушаются и выполнят его очень быстро и профессионально. Посмотрите, какая красота. Так, мою палату, в которой я рожала, вы видели. А сейчас я вам покажу абсолютно обычную, стандартную, одноместную палату, в которой тоже можно родить. Так, мы заходим в палату. И смотрите, какая красота. Вот кроватка, телевизор. Все есть для мамы. Тапочки, смотрите, халат, гигиенические трусики, пеленочки. Все есть для ребеночка. Смотрите, влажные салфетки, средства гигиены. Все это здесь есть. Вот, видите, все стерильное. Пеленки, одежда для малыша, памперсы. То есть здесь вы реально ни в чем не нуждаетесь. Ну, действительно, условия просто шикарные. Сейчас покажу вам туалет. Вот мусор, туалет и душевая кабина. Роды в такой палате стоят от 199 тысяч рублей. Я вам уже говорила об этом. Здесь шестиразовое питание, кормят очень вкусно. Партнерские роды не требуют дополнительных оплат. Папа может с вами находиться, сколько он захочет. В общем, все, кто здесь рожал, очень довольны и говорят, что это просто похоже на какой-то отель, спа-отель для мамы и для малыша. Да, кстати, забыла сказать, что сумку в роддом собирать не нужно, потому что здесь есть все необходимое для мамочки и для малыша. Так, вот они эти. Ну, это кроватки. Боксы. Это генералица. Да, генералица. Это я просто попросила снять. Сейчас все детки кушают у мам, поэтому деток нет. Обеденный перерыв у всех. Вот такая вот у нас красота. Как, дочь? Супер! Так я была одета для родблока, где я рожала сама. Ой, такие приятные ощущения, если честно. Ну, здесь очень классные условия. И я вот вам скажу, как человек, который прошел все это самостоятельно, что прям вот будь мне поменьше лет, рожала бы и рожала.